мы тем временем уже... Проехали мы в Вегас, не проехали. Не знаю, тут я даже туда и камеру не хочу поворачивать. Я хочу Volvo, я хочу Ford, Mercedes, BMW. Извините за экстремизм. Вот. Ну, так вот. А, значит, да, BMW это как Томас Манн, это как Моцарт. Понимаешь? То же самое, понимаешь, как у Volvo, это как Бергман. Режиссер. То есть это старые благородные марки. Они часть моего генетического кода. Вы уж меня простите. Но Вегас, кстати, я тоже уже про это говорил, здесь на МКАДе. Он, я, кстати, там был. Он не в этом Вегасе был, а в каком-то другом. Там внутри неплохо так. То есть там настолько с размахом развлечения, что даже как-то это внушает. Все огромное возвышает душу. Вот так сказал Иммануил Кант. Это копия Вегаса, и мне кажется, в смысле, вот это вот такая стойка, как при въезде в Лас-Вегас, как в GTA San Andreas. Мне кажется, это неплохо, я про это уже тоже говорил. Извините, что повторяюсь. Но пока у меня нет другого выбора. Моя коробка свободы. Ну а что меняется сегодня? Ну. Понимаешь, некоторые люди любят сказать, что типа у меня в жизни ничего не меняется. Я сижу в своем болоте. Мой друг моей академической юности, значит, пришел ко мне в гости и сказал: да, тебе будет сложно уехать из этой комнаты. И он оказался сильно неправ. Я прекрасно уезжал и желаю уехать. Только уезжал я в такое место, которое значительно намного превосходило эту комнату. И, как говорится, ну это же естественно, человеку желать уехать в то место жительства, которое будет лучше. Он же не будет уезжать туда, куда хуже. Правильно? Зачем? Это правильно, да, что, как говорится, противоестественно жить с родителями. Все так, но тут еще есть такие моменты, что это, в общем-то, сейчас повсеместно, а повсеместно это не столько даже потому, что ну, что такое беспомощное молодое поколение, а потому что цены огромные на жилье, и потому что еще это старые какие-то пережитки все эти, понимаешь, вот это изуродовавшее наше общество, советская власть, я так действительно считаю. В общем, все это сказывается, понимаешь? Ну, что жилплощадью иногда можно с детьми и делиться. Ну, всякое там, такие вещи, не знаю. Ну, понимаешь, ну, нравится мне жевать жвачку. Ну, в конце концов, это же мое право, извините. И эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Нет, я не приемлю никаких придирок с моему образу жизни, простите. Я все-таки по сравнению с тем, что выделывает наше общество, я нет, отказываюсь считать себя виноватым. Хотя есть такая, да, теория, что человек уже грешен тем, что родился. Я в целом вот это понятие грешности не очень понимаю. Дьявол это чисто христианская фишка. У язычников есть Бог в хорошем, есть Бог в плохом настроении. Поэтому давайте ширить. Давайте мыслить шире. Ширить мыслее. И мыслить шире.